забираю с собой Фриша, Берру, немножко Алехановой и театра. Театр не собираю. Остается Шерцель в первом этаже. Барты и Хари, много имено, Кудрявский, словарь Косовича. Весь остаток синтаксиса Шерцеля. Положил коробки с краю, чтобы они не падали. Распакована также ядрёная парма зачем-то. Вот сверху положил Алеханову. Вот. То есть сюда влезает еще столько же книг. То есть здесь влезают по две бананки, как я изначально и говорил. По две бананки. Раз, два, три, четыре. И по высоте две бананки. Раз, два. Раз, два. Еще 200 килограмм максимум каждая полка. Ну, собственно, видимо, пока еще не достигли предела. Значит, вот наши стеллажики. Можем даже докупить еще один стеллажик, чтобы было куда здесь свои вещички складывать. То есть сюда надо приезжать. Вот это все не наше уже. Это уже не наше. Вот здесь место. Здесь можно еще слона. Так, это просто. В общем, высотой 1,50 м. Здесь можно 2 метра еще стеллажик. Вообще выстроить легкую и хранить основные запасы. Если это вообще сейчас имеет смысл, в чем я не уверен. Забираю. Никаких разрозненных кусочков тиражей я тут не вижу.